Здравствуйте! Сегодня покажу, как можно приготовить цветную капусту в духовке. Для этого нам нужно 1 средняя цветная капуста, примерно 500 грамм, 3 столовые ложки муки, 200 мл молока, 100 грамм твердого сыра и соль, перец по вкусу. Капусту необходимо очистить от листьев и хорошо промыть. Далее аккуратно разбираем соцветия, если крупные кусочки, их нужно будет разрезать. Ставим кастрюлю с водой на огонь, доводим до кипения и добавляем туда соцветия. Воду необходимо посолить. Достаточно 1 щепотки соли. Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом. И выкладываем форму с помощью шумовки нашу цветную капусту. В сковородку с разогретым подсолнечным маслом добавляем муку и тщательно размешиваем. Добавляем тонкой струйкой молоко и продолжаем размешивать, чтобы не было комочков. У меня соус получился слишком густой, я добавила 130 мл кипяченой воды, размешала, и вот такой консистенции должен получиться соус. Добавляем щепотку соли, продолжаем мешать. Вливаем соусом цветную капусту. Посыпаем тертым твердым сыром. Я решила добавить немного помидорных сухарей, чтобы получилась хрустящая корочка. Отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 15-20 минут. Вот такая у меня получилась вкусная ароматная цветная капуста. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!